Здравствуйте. Итак, представляем вам автомобиль ВАЗ-21099 2001 года. You want me to come over, I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our next in the loop. Инжекторные. Менялись сальники в сентябре. Свечи, то есть ремни все поменены. Так комфортно, удобно будет сидеть. Все-таки вас. Панель не сильно шумная, как я слышал. Так, все хозяин поменял. Всю подвеску, то есть амортизаторы, шаровые, рычаги. Автомобиль полностью готов к зиме, на зимней резине, имеется комплект летний. Хорошая музыка, также сигнализация с автозапуском обратной связи. Коробка плавная, этот хозяин третий, продает автомобиль не спеша, было много вложенных средств в него, то есть можно взять и даже не задумываться о ремонте. Хороший, двигатель тянет на ура, то есть автомобиль не был битым, крашеным, хозяин бережно ухаживал за ним. Двигатели работают хорошо, непрерывно, то есть поменены свечи, провода. Ремни, ролики. Автомобиль в целом хороший, весь целый. You want me to come over, I got an excuse. Might be holding your hand, but I'm holding it loose. Go to talk, then we choke, it's like our necks in the noose. Avoid the obvious. Также не дымит, масло не кушает. Think it could be fizzling now. Kinda shocked because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine life without you.